одна и картонка. И сегодня мы в Кинванте будем учиться быть милицией полицейской. А кто такие милиционеры? Что они делают? Они защищают. Что-что? Ищут бандитов. Ищут бандитов, защищают от людей. Что еще? Защищают. Что еще они делают? Смотрят за порядком. Молодец, давай пять. Вот это самое главное, что они делают. 101 это пожарная, 102 это милиция, 103 это скорая помощь, да? Замечательно. Хорошо. Мы бьем пистолеты. Я вам сейчас дам пистолеты. А зачем, кстати, пистолеты милиции? Чтобы стрелять. Нет, пистолет, чтобы стрелять. А милиция зачем пистолет? Что он будет делать? Зачищаться. Верно? Да. Хорошо. Мы должны его найти и вручить ему повестку. Сможем? Можем. Хорошо. Так, держи. Я буду сзади. Садись сзади. Кого вы будете искать? Преступника. Преступника? Да. Где твое оружие? Вот оно. Хорошо. Вы будете защищаться или нападать? Защищаться. Мигалку включили и с визгом колес понеслись по городу Кетландия ловить преступника. Ананаса. Куда надо зайти? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы из милиции ищем подозреваемого Бибизи. Бибизи. Где? В самолете. В самолете. Ребята, идем в самолет. Идем. Тихо. В самолет. Все тихо. И бегом, бегом, бегом. Давайте. Бегом. Смотрите, чтобы он не убежал. Только тихо. Заходим, заходим, не бойтесь. Давайте заходим. Заходим, здравствуйте. Здравствуйте. Операция захват. Всем не двигаться. Полиция пришла. Фотография. Ну, смотрим, смотрим внимательно. Смотрите, какая. Кривится здесь, да? Да. А здесь не кривится. Ну, похож? Так это преступник или нет? Ну, это он или не он? Скажите, вы преступник? Не. А как часто вы были замечены в преступных деятельностях? Все время. Дети, по-моему, это не преступник. А что на фотографии? Мне кажется, вы преступник. Похоже, это не он. Нет. Это какой-то другой человек. Просто тут кривится, такое дым делает. Даже мама подсказывает, что говорит, что он. Он, да. Кажется, да. Значит, мама права. Все, вручай тогда. Повестку ему. Давай, он сам прочитает ее. А если я читать не умею? Ну, давайте я вам прочитаю. Итак, явиться в отделение милиции в течение 5 дней. Томан! А потом опять преступника. Да, он был в самолете. Это что он? Поймали. А где он? Он в самолете остался. Остался в самолете? Но вы же вручили ему повестку, он скоро появится в полиции, да?
Да. В течение 5 дней. Ну, поехали. Честный преступник. Да, честный преступник, да. За того, что вы преступника ловили? Да. Тебе понравилось ловить преступника в Финляндии? Да, хватит. И подписывайся на канал. Пока-пока-пока.